Мы договорились, что мы поговорим о зрелости. Да? То есть мы поговорим о том, что такое зрелый лидер, а что такое зрелая команда, почему очень часто команды себя ведут как дети малые, а как управлять творческими людьми. Потому что, ну вот вообще, то, о чем мы сегодня будем говорить, это очень классическая для любых обществ, которые проходили такую институциональную несвободу, это классическая проблема. Да, то есть мы патерналисты, мы считаем, что нам все должны, укрупненно, как общество, не мы лично. Зарплату мы воспринимаем как нечто само собой разумеющееся. Мы делаем хорошо свою работу, заплатите нам, пожалуйста, зарплату. А там, как обстоят дела вообще укрупненно, это не наша забота. Там есть вверху, наверху кто-то главный, который знает ответы на все вопросы. У меня был товарищ, который когда-то мне сказал такую фразу, и мне так уже было сильно. В общем, я уже была совсем не ребенок. Он говорит, ты понимаешь, в чем дело? Не странно, что взрослые, сказал мне мой товарищ, странно, что взрослые это мы. И вот эта фраза, она такая, она там сопровождала меня потом очень интенсивно, ну там мой период такого взросления не физиологического, а ментального. То есть каждый раз я напоминала себе, что нет никого, у кого там наверху нет ни у кого человека с ответами на все вопросы. Там наверху нет человека, который настоящий, взрослый, все знает, все понимает. И на самом деле, там, вот сейчас нужно чуть-чуть подождать, он скажет, как надо, и все будет сделано. На самом деле даже в Италии очень разные с точки зрения зрелости территории. Да? То есть есть Италия, которая там пережила периоды республик и всего остального, и там куда более самостоятельный люд. И есть, значит, Италия, которая очень долго там была в такой околофеодальной конструкции. Там ситуация со зрелостью очень другая, сильно другая. Это длинные исторические вещи, и тут нам никто из нас не виноват. Ну, так сложилось. Есть масса теорий по этому поводу, и все эти теории не наши. Качество команды и зрелость лидера, синдром выученной беспомощности – это одна из моих любимейших психологических теорий. Ребенок, родитель, взрослый по Эрику Берну, то есть это классическая модель, которая очень сильно работает. Я вас немножечко нагружу психологической теорией, там, когда устанете совсем и скажете, вообще неинтересно, сразу перейдем к практике. Но я ее просто минимизировала совсем-совсем. Мы немножко поговорили о том вообще, что такое лидер, а что такое зрелый лидер. У меня есть такой интересный опыт, как я когда-то тоже достаточно давно получала MBA, его получала не в Украине, там сейчас это не модно читается MBA, что MBA это уже все, вчерашний день. Вот когда я получала, это еще было очень так. И кроме длинной двухгодичной программы, точнее, сквозь всю длинную двухгодичную программу проходила такая штука, называлась LDP, Leadership Development Process. Что такое LDP? Значит, LDP – это совершенно адская история. Если кто-то знает, как на BlackBerry новом выключается звук, я буду очень признательна, что мы с Сашей попробовали, не смогли. А давайте, вы просто, да, отключайте. В самом начале весь класс разбили по группам из 5 человек. Значит, группы эти выбирали следующим образом. Это были самые неподходящие друг другу люди. То есть мы там делали ассессмент на входе, мы делали 360. А у меня в группе, кроме меня, я была единственная девочка, у нас было 2 француза, оба были за 40. Один из них был такой очень интенсивный преподавательского типа, второй был утомленный инженер, который вообще все время думал о пенсии. То есть у него вообще все мысли были о том, как вот вообще, как, в каком состоянии он выйдет на пенсию. У меня был датчанин, который был чилиец по происхождению, усыновленный датской семьей, с таким раздвоением личности. И совершенно гениальный малазийский мальчик, который закончил Кембридж, основал стартап и разорился. То есть вот у меня была такая прекрасная компашка. Честно говоря, ну, там, первые несколько встреч, это был какой-то абсолютный ад. Ну, во-первых, я не понимала, зачем делается это дурацкое упражнение, и мы на него тратим столько времени. То есть у нас менялись курсы, менялись там рабочие группы и так далее. А это вот группа, с которой из класса в класс я должна была по каким-то причинам работать. В общем, в какой-то момент мы начали генерировать какой-то результат, и что-то даже начало получаться. И вот я очень хорошо помню наш последний класс. Это, по-моему, был, я сейчас уже не помню, это была какая-то симуляция. Мы за буквально, не знаю, 30 секунд определили роли. Буквально это заняло 30 секунд. У нас не было ни одного конфликта за 2 дня симуляции. И я в конце говорю, чуваки, слушайте, я с вами не могла простейшие вещи сделать всего 2 года назад. Как это вообще случилось?
А случилось следующее. Мы повзрослели. То есть все мы за эти 2 года повзрослели. Повзрослели мы именно потому, что нас собрали таких непохожих. Нас собрали таким образом, что мы все были равны. То есть я привыкла, там, как человек с менеджерским опытом, я привыкла, что у меня есть люди, которые хорошо выполняют мои команды. Вот я сказала сделать так. Они встали, построились и пошли. Значит, а здесь люди, которые, во-первых, абсолютно уверены, что они точно знают лучше, чем я. И мне с ними нужно договариваться. А во-вторых, у них совершенно другая экспертиза, другой язык, другой менталитет, другой майндсет. А в-третьих, они вообще меня не ценят. Они вообще не понимают, в чем мои сильные стороны. Возможно, они их там как-то понимают, но они вот в тех обстоятельствах, в которых мы оказались, стоят практически zero, да, потому что я коммуникационный человек. Там мои самые сильные стороны – это умение говорить и умение налаживать отношения. В группе из 5 человек с 3 интровертами и человеком с раздвоением психики, ну, такой, таким легким, никак не мог понять, он все-таки чилиец или датчанин, у него все время вот этот внутренний диалог. Но то есть, там с коммуникацией вообще никому были не нужны, они были абсолютно лишними. Мы все повзрослели, мы разобрались друг в друге, мы научились ценить тех, кто находится с тобой на одном уровне, на совершенно другой set of skills, абсолютно другой, то есть мы были абсолютно разные. Мы научились не лезть в те зоны, в которых там кто-то из нас в команде сильнее, мы научились не спорить, мы научились уважать друг друга. Я сейчас говорю, наверное, очень банальные вещи, но я хочу вам сказать, что это вообще абсолютный magic. Абсолютный magic. То есть когда у тебя нет необходимости show up, когда у тебя нет необходимости вставать и каждый раз доказывать о том, что ты там круче других, когда у тебя нет вот этой ненужной конкуренции, когда у тебя есть какие-то появляются встроенные механизмы распознавания там, в людях хорошего и умение не замечать, отодвигать плохое и ненужное, это совершенно фантастический с точки зрения синергии результат. Я это поняла через 2 года, я это поняла в конкретной ситуации, и я просто была совершенно ошалевшая. Я говорю, а что нам раньше мешало? Говорит, ну, раньше мы же все были лидеры. То есть собралось 5 великих. У каждого свое представление там, о том, как надо. Каждый пытался доминировать. Каждый пытался, то есть это не наша там культурологическая особенность. Так вели все 5 человек, просто каждый по-своему. Зрелость, с моей точки зрения, по моему глубокому убеждению, это умение в любом коллективе, с любыми людьми, фокусироваться на том, что они могут, а не требовать того, чего они не могут, и пытаться выстроить из всего этого рабочую систему. Это хорошо работает и в ситуации, когда люди существенно слабее тебя, они просто не понимают, что происходит, так и в ситуации, когда это твои пирс. Да? То есть вот есть команда пирс, если ты настоящий лидер, то ты в состоянии чем-то поступиться, где-то сделать шаг назад, где-то не пытаться доминировать и доказывать, уметь слушать, принимать точку зрения собеседника. Есть у нас большие там культурологические проблемы, потому что в украинском менталитете компромисс считается проигрышем, в таком глобально европейском вообще-то компромисс – это выигрыш. То есть классически люди, которые достигли компромисса, выходят совершенно просветленными лицами там, из комнаты переговоров и считают, что вот оно. У нас человек, который достиг какого-то компромисса, выходит понуро, говорит, ну да, пришлось уступить. Я, конечно, был готов драться до конца, но задача стояла по-другому. У нас другое отношение к компромиссу. Короче говоря, есть еще один вопрос. А что такое зрелая команда? Давайте я вас не буду мучить, чтобы мы там уложились во время. Тоже результаты одного из исследований. Российская в Украине очень мало вообще делают исследований, сёчей, связанных с качеством команды, особенно в IT, ну и вообще в таких околотворческих вещах. Первый пункт зрелости команды – это четкое осознание лидером сильных и слабых сторон каждого, кто есть в команде, и использование, максимальное использование сильных сторон. По возможности не использование слабых. То есть, грубо говоря, если у вас есть человек, который хорошо, он хорошо кодит, и если он при этом плохо общается с клиентами и так далее, есть большой вопрос, нужно ли в нем совмещать эти... Ну, еще раз, я говорю банальные вещи, но тем не менее. Зрелая команда – это даже несбалансированная команда, которая хорошо понимает свои недостатки и абсолютно открыто пытается их компенсировать. Я сейчас не говорю о том, что нужно сразу говорить, вот этого мы не умеем, вот этого мы не умеем, вот наша там основная компетенция, с остальным разбирайтесь как хотите. Я говорю о том, что мы там признаем, вот здесь у нас есть
там, зона, в которой мы не очень сильны, и вот здесь есть зона, в которой не очень сильны, и мы планируем компенсировать это вот так. Вот это скорее признак зрелой команды. Что касается неудачных команд, неудачные команды всегда делятся на две категории. Те, кто не осознают, что есть проблемы, которые говорят, что мы тут такие гении, крутые и так далее, нас тут, мы не признанные гении, нас тут не любят и не ценят. И фаталисты, которые все плюс-минус понимают, но ничего не пытаются исправить. Ну да, ну а что? Все, вот это вот как бы обстоятельства. И еще один очень важный поинт. Зрелая команда – это не обязательно команда, которая смотрит в одну сторону, у которой нет конфликта, у которой нет разногласий. Вообще умение, ну, конфликт – это хорошо. Вопрос, что конфликт должен быть конструктивным. Ну, и там существуют определенные правила управления конфликтом. Не бойтесь конфликтов. Еще раз, конструктивный конфликт – это хорошо. В команде обязательно должен быть человек, который в любой момент может встать, если он так действительно думает, и сказать: «А я против». Должны быть определенные правила. Еще раз, я не вхожу в терминологию, да, то есть в психологической терминологии есть так вот, как, я не знаю, знаете вы или нет, но в лингвистике считается, что слово «вонять» нет, есть слово «дурно пахнуть». Все пахнет, просто что-то пахнет хорошо, а что-то пахнет плохо. Значит, мы, поскольку мы люди категоричные, мы там, из такого нелитературного языка взяли слово «вонять» и настойчиво его используем. Хотя классический литературный канон говорит, слово «вонять» использовать некорректно, корректно использовать дурно пахнуть. Ровно здесь то же самое. То есть конфликт на самом деле не носит негативной коннотации. Мы негативную коннотацию присваиваем этому слову, то есть существуют конструктивные конфликты. Конфликт – это столкновение двух точек зрения. Ну, я не буду там в терминологию, если там слово «конфликт» есть жесткая негативная коннотация, используйте спор. Но спором не нужно бояться. Спор – это хорошо при условии, что у него есть определенные правила. Например, если вы знаете, существует такая дизайнерская компания, которая делает дизайн огромному количеству очень крутых брендов, включая Apple, называется IDEO. И в IDEO есть очень четкий протокол разработки дизайна продуктов. Есть период, когда идут жесточайшие баталии, а потом есть момент принятия решения, после которого никто не обсуждает принятое решение. Никто вообще. Да, то есть вот есть период на этап, где спор – это основной смысл этого этапа, и есть этап, где споры запрещены. То есть решение принято, команда его приняла, и все, дальше идет экзекьюшн. Ну вот правила споров, да, давайте не будем использовать конструктивный конфликт, правила споров – это очень важная история, но они должны быть обязательно. Команда, которая смотрит в одну сторону – это, скорее всего, команда, которая по каким-то причинам когда-нибудь ошибется очень сильно в унисон. Ну то есть это плохо. Так не должно быть. У людей там абсолютно точно время от времени расходятся точки зрения, и конфликтов, споров не нужно бояться. Собственно говоря, это такая подводка. А теперь давайте мы поговорим о синдроме выученной беспомощности. Одной из ключевых проблем, которая есть в большинстве коллективов, особенно молодых коллективов, есть так называемый синдром выученной беспомощности. Это состояние человека, при котором он не предпринимает никаких попыток улучшить свой перформанс, улучшить свои результаты, еще что-то, хотя такая возможность есть. Единственная мотивация – это не допустить ошибок. Люди боятся делать ошибки, люди считают, что за ошибки никто никогда не будет эвордить, люди считают, что ошибаются только слабые идиоты и так далее. Боязнь сделать ошибку становится вообще там, ну, тотальной такой проблемой. Полной противоположностью состоянию выученной беспомощности является поисковая активность. Она направлена на то, чтобы изменить статус в условиях неопределенности. Мы не знаем как. Человек, который боится сделать ошибку, не делает ничего и ждет, чем это разрешится, он выполняет четкие команды. То есть он сидит и ждет, пока ему будет дана команда. А поисковая активность – это когда человек все время находится в состоянии генерации решений. Да, что если мы попробуем вот это, а что если мы попробуем вот это? Скорее всего, процентов 70 того, что он предлагает, идиотизм. Потому что вот то, о чем вы сказали. Мы не до конца понимаем, что нужно клиенту. Мы не до конца понимаем, там, как это работает. Мы не понимаем, будет это эффективно или нет. И самая большая ловушка для лидера – это оставить коллектив в состоянии выученной беспомощности. Очень удобно в коротком промежутке времени иметь команду, которая сидит и ждет команды. Ну, точнее, сидит и ждет задачу сверху.
Да, то есть команда сидит, не дергается и ждет, пока будет поставлена четкая задача каждому. И они, как хорошие экзекьюторы, начнут креативить каждый в своей зоне. А, ну, концептуально это достаточно большая проблема. Причем это проблема лидера. Есть прекрасная история под названием, у Эрика Берна под названием «Ребенок, родитель, взрослый», который классифицирует определенным образом типажи, да, поведения. Ребенок ориентируется на страхи и желания, он не соблюдает правила, не берет на себя никакой ответственности, он зависим. То есть у нас есть возможность совершить ошибку, и ребенок старается их не совершать. Ну, это модель. А родители учат, осуждают, берет на себя всю ответственность, в том числе и чужую, он созависим. То есть какая типичная ошибка лидера, да, когда в команде никто не понимает, чего делать, лидер берет на себя ответственность за недоделки всей команды, он это делает ручками, он садится рядом с подчиненным, ему кажется, что он менторит, он там. Но если ситуация повторяется из раза в раз, то на самом деле это создание абсолютной созависимости. То есть на самом деле я это проходила миллион раз у себя. Условно, там, разговор сегодняшний, чтобы далеко не ходить. А вот у нас там, в одном из бизнесов родилась классная идея. Говорю о своей коллеге, которая отвечает за взаимодействие функции между бизнесами. Ну, то есть она отвечает за координацию. Посмотри, какая классная идея, говорю я ей. А как ты думаешь, а может быть эту идею там распространить на другие бизнесы? О, отличная идея, говорит она, берет эту идею и добросовестно идет разговаривать с другими бизнесами. Она знает, что все хорошее я замечу, брошу ей в качестве задачки, и она это сделает. Реально, это пример синдрома выученной беспомощности. Если я не замечу, она не заметит. Но задача так не стояла. Я вам приведу в качестве примера, ну так, чтобы шикарный анекдот. Когда приезжает в только выигранное в карты поместье барин, может, знаете. Приезжает, зовет к себе тут, говорит, кто тут главный? Говорит, ну вот приказчик Прохор. Ну давай, Прохор, говорит, пойдем, показывай. Ну, Прохор идет и бубнит себя под нос. Ну, вот тут девки живут дворовые, значит, которые это, вот эта псарня, вот там у нас кони. И вдруг, значит, у помещика такое с лицом происходит, он говорит, а там что? Он говорит, а там лесок, там можно охотиться, только он за речкой. Они подходят вплотную к речке, и новый барин говорит, слушай, Прохор, а построй-ка ты мостик. Я вернусь через полгода в сезон, охотиться пойдем, чтобы через речку можно было перейти. Не вопрос, говорит Прохор. Точнее, не так, не построить ли нам, он говорит, примерно так. А хорошо было бы, чтобы тут мост был. Хорошо бы было, чтобы появился мост, чтобы можно было переходить и охотиться. Хорошо бы, говорит Прохор. Через полгода возвращается помещик, значит, ровно тот же экскурс. Они подходят к месту, нет моста. И помещика краснеют глаза, он в ухо Прохору, Прохор падает, помещик в сердцах уходит, одевает какие-то там сапоги, берет собак, вброд переходит эту речку, в общем, возвращается с охоты, одновременно и злой, и довольный. Утром просыпается резной мост через реку. Он говорит, а откуда мост? Он говорит, так Прохор. Он говорит, ну-ка, позовите его сюда. Приводит Прохора с перемутанной головой, прям шуха поломанная. Он говорит, Прохор. Он говорит, о. Говорит, а что ж ты за полгода мост не сделал, а за ночь такой мост сломал? Он говорит, так до этого команды твердой не было, барин. А история с девочкой, которую я сегодня рассказала, тривиальна. Она может это делать сама? Легко. Она понимает, что хорошо, что плохо? 100% понимает. Она не делает, потому что нет твердой команды. Есть какие-то вещи, которые вменены в обязанности, они делаются очень хорошо, но взглянуть там, вокруг себя, увидеть что-то реально крутое и сказать, а давайте, это признак зрелости. Вот это реальный признак зрелости. Даже если это идиотская идея, и скажут, слушай, ну это вообще идиотизм. А когда реакция подчиненного регулярно, например, такая, о, классная идея, давайте. То есть когда к ней приходит начальник и говорит, а давай ты сделаешь вот это, он говорит, классная идея, давайте. Это классический пример выученной беспомощности, когда человек совершенно точно не взрослый, он может быть очень хорошим экзекьютором, но если человек не приходит с какими-то своими идеями, и он сидит и ждет команды, это человек, который, к сожалению, рано или поздно станет, ну я не хочу говорить проблемой, да, но это человек, который ограничивает возможности быстрого роста команды. Просто, это просто такой классический пример. Взрослый анализирует, контролирует, не поддается влияниям, берет на себя только свою ответственность, остальную делегирует, он независим. А взрослый – это то, к чему мы все стремимся. Мы не должны быть родителями, как лидеры. Мы должны быть взрослыми.
И, честно говоря, как лидер мы должны стремиться к тому, чтобы максимально быстро взрослели все люди в нашей команде. Чем дольше люди в нашей команде остаются послушными, хорошими, симпатичными, очень кьют детьми, тем меньше шансов, что ваша команда вырастет. Но это matter of fact. И ловушка для лидера — оказаться в роли родителя. Это моя любимая конструкция, это называется треугольник Карпмана. Пожалуйста, обязательно потрогайте это руками, посмотрите, как это работает, потому что это то, что происходит с нами, как с партнерами, как с родителями, как с теми, кто работает. То есть это абсолютно универсальная инструкция. Треугольник Карпмана – это жертва, некто обиженный, спаситель, культовая роль. Прийти и спасти всех в момент, когда все рушится, никто не понимает, что делать, и тут прихожу я, герой. Это очень такой архетип украинский. То есть на самом деле это очень любимый в Украине герой, спаситель. Ну, так говорит социология, она может ошибаться, как мы знаем, одна из самых лживых наук. И преследователь определяется с точки зрения жертвы. Жертва ищет защиты от него, прибегает к спасителю и говорит: вон он, негодяй, виновник всех моих проблем, а спаси-ка меня, спаситель. А если спаситель принимает на себя эту роль и берется помогать, треугольник состоялся. Знакомая конструкция? Знаете, что самое удивительное? Что роли меняются. То есть любой руководитель, у которого в подчинении зрелая команда, и сам он не, в общем, попадается на эту удочку, время от времени бывает жертвой, а потом спасителем, потом преследователем. То есть происходит это примерно так. Значит, руководитель что-то делегирует, он отдает полномочия, он ждет. Потом оказывается, что это не сделано, он превращается в преследователя, в тирана. И когда у него ничего не получается насильно изменить, потому что внутри команды, которая ничего не может сделать, он пытается спасти ситуацию. Если получается, он чувствует себя героем, нет, он попадает в роль жертвы. И это такой кружок. То есть к вам приходят сотрудники и говорят: что-то у меня ничего не получается, помогите, пожалуйста. Или там, например, я не смогла сделать, потому что из того-то отдела мне не дали информацию, а этому я написала, он мне не ответил, негодяи такие: а ну-ка позвоните, примените админресурс, сделайте так, чтобы они отреагировали. Или вот там, например, этот клиент, он идиот. Вот я ему там, написала все, а он не понимает, чего я от него хочу. Разберитесь, пожалуйста. Вот это классическая история, когда сотрудник принимает на себя роль жертвы, он не может сам решить задачу. И он говорит: ну у вас же больше полномочий. Слушайте, вы же фигура, вы все можете. Вы можете одним звонком все решить. Сделайте это, пожалуйста. И вы делаете. Акт 1. Жертва ищет спасителя, чтобы перенести на него решение своих проблем. Если жертве это удается, ловушка захлопнулась, треугольник образовался. Как только внутри коллектива появляется человек, у которого всегда есть пояснение, кто виноват, и вы становитесь на защиту своего сотрудника, ну потому что это же часть вашей команды, и очень добросовестно решаете вот эти вот разрывы, которые есть, это оно, ситуация состоялась. Жертва, проблема которой не решается, превращается в преследователя и начинает искать виновных. Виновными оказывается бывший спаситель или бывший преследователь. Очень часто бывает такое, человек приходит за помощью, он говорит: помоги, пожалуйста, ты да, берешься, конечно, давай я помогу. А потом приходит момент, и человек говорит: я вот не мог, я пошел, обратился за помощью, а этот дебил вообще ничего не сделал, подвел нас всех, страшное дело, ну негодяй же. Бывший спаситель становится новой жертвой и перезапускает треугольник Карпмана. Человек, который говорит: все, чтобы я еще раз кому-то помог по доброй воле, не свою работу, чтобы я сделал, да идите вы все лесом, говорит человек, и все начинается по новой. Поэтому ловушка для лидера — попасть в треугольник в любой жертве, даже в роли спасителя. Три ситуации. Ситуация 1. У нас финансовый учет не работает, только на вас вся надежда. Жалуется директор компании, заказчик, руководитель проектной команды IT-компании. Ничего, через 3 месяца все будет нормально, обещает проектный менеджер, выступая в роли спасителя. Все порешаем, говорит проектный. Очень приятно, что решение этой проблемы вы целиком берете на себя, говорит директор, он очень доволен. Все, у него не должна болеть голова, он подписал контракт.
Менеджеру при этих словах становится как-то неловко объяснять, что ответственность за результат лежит не только на нем, но вообще-то еще и на заказчике. Ну, потому что это взаимодействие. Вот с этого момента заказчик полностью снимает с себя ответственность, и вся ответственность перекладывается на исполнителя. Начинается внедрение. Заказчик возмущается, что говорит, что вот вы нам обещали, а теперь всю работу перекладываете на нас, а результата нет и не видно. И становится преследователем. Он обзванивает всех своих знакомых и отговаривает их работать с этой компанией. То есть это абсолютно классическая история на рынке аутсорса. А классическая история начинается с того, что PM очень хочется выступить в роли спасителя и сказать, конечно, мы все порешаем, все сделаем. А заказчику очень хочется полностью снять с себя ответственность. Ну, это классическое поведение. Такое бывает? Да? Как правило, Все не так. В этой классической ситуации, вне всяких сомнений, единственный способ выскочить из ловушки – это вот здесь участвовать в переговорах и очень четко оговаривать, что происходит. Почему, с моей точки зрения, опять же, с моей точки зрения, это работа PM-а? Потому что как только это делает не PM, а кто-то другой, ну, то есть он не принимает участие там, в переговорах и так далее и тому подобное. И как только ему спускается невыполнимая задача, треугольник уже состоялся. То есть он принимает работу, по которой подписан контракт, ну или там взяты коммитменты, и которые он не может выполнить. Да? То есть треугольник уже состоялся. Это вот с точки зрения там, распределения. Еще раз, я не знаю глубоко бизнес-модели Циклума. Я просто говорю о том, что вот это нездоровая ситуация, так быть не должно. Это ситуация, в которой... Вы то есть откуда берется выученная беспомощность? Она берется из ситуации, когда от человека ничего не зависит. То есть когда его помещают в ситуацию, когда он что бы ни делал, от него все равно не зависит там, предварительная договоренность, это классический треугольник Карпмана, в который попадать нельзя. Потому что рано или поздно это приведет к полной деградации команды. Когда команда понимает, что она делает невозможное, ну, она не может это сделать. То есть на входе она понимает, что она делает работу, которую в тех условиях, которые оговорены, сделать нельзя. Это приведет к демотивации команды. Задача разделена. У каждого человека есть свой блок работы. Один из членов команды приходит к вам и говорит о том, что не успевает выполнить свои работы в срок без дополнительных ресурсов. И это ставит под угрозу выполнение обещаний и задач, общей задачи. И вы бросаете на эти работы дополнительные ресурсы, включаетесь сами. И бинго, результат есть. Затем к вам подходит другой член команды с той же проблемой. Вот, вы понимаете, я вот тут меня отвлекали на решение задачи вот этого товарища. Мои ресурсы ушли туда, я теперь не успеваю закончить свой кусок. И вы снова помогаете. И вы снова выполняете чью-то работу. В результате происходит сбой. Сроки выполнения нарушаются. Всю команду штрафуют. И члены команды уверены, что в нарушении сроков, в получении штрафа виноваты именно вы. То есть каждый раз, когда... Существует большой блок, большой проектный блок. И в этом блоке у каждого есть свой кусок работы. Любой перекос приведет к тому, что человек, который принял решение, да, давайте мы согласимся на этот перекос. То есть лидер команды, когда он жертвует там, одним куском в пользу другого куска, приводит к ситуации, что люди понимают, они могут рассчитывать в любой момент, там, что если они не справляются, там, не могут сделать, они могут прийти и потребовать чужой ресурс, и этот ресурс им будет дан. Ну, это является нефункциональными отношениями. Условно. Давайте мы представим себе ситуацию. Одновременно там есть несколько блоков работы, где необходимы дополнительные люди. И одна, и другая команда говорит, что она не успевает в срок, не может этого сделать там, вот таким-то образом. Вы отдаете какой-то дополнительный ресурс одной команде, вторая команда говорит, конечно, вот мне этот был нужен ресурс, у меня этот ресурс, мне его не дали, передали его в другие руки. Вот если бы мне его дали, я бы, конечно, наверное, тогда справился. А так ведь, ну, мне же могли его дать? Могли. А дали в другое место. А менеджер поясняет, что понимаешь, там было нужнее, это было более важно. Ну, у человека есть там четкое оправдание, почему он не смог. Аналогичная ситуация, очень похожая ситуация обычно с мотивационными пакетами. То есть человек говорит, конечно, если бы мне платили как вот этому товарищу, ну, я бы тоже вот как бы тоже бы рос и развивался. А ты человеку говоришь, секундочку, ну, товарищу платят, потому что он хорошо делает свою работу. Он говорит, нет, он делает хорошо свою работу, потому что ему хорошо платят. Вот вы мне столько платите, и вот вы увидите,
Случится чудо, если команда незрелая, и если лидер ведется на там, мелкий шантаж членов команды, в результате он все равно будет виноват во всех недоработках. Ну, в лице команды, в голове команды. Да. Непременно. Это вторая часть разговора. И третья часть нерабочая. Дом. Ваша коллега обращается к вам с просьбой помочь выбрать и купить машину. Понимаешь, бюджета нет, денег совершенно нет, ты в этом шаришь, а помоги, пожалуйста. Ты включаешься в процесс, обзваниваешь своих знакомых и находишь машину, которая нужна. Более того, не просто находишь машину, хорошую машину ниже рыночной стоимости. И когда уже практически все на мази, коллега звонит и говорит: ты понимаешь, я поговорила с мужем, а муж просит, чтобы ты свои комиссионные чуть уменьшил. Какие комиссионные? Говоришь, ты с ума сошел, я тебе просто помогаю. Не, ну муж сказал, что там точно что-то заложено, но ты бы так вот не стала упираться и неделю тратить свое время. Ты говоришь, ты с ума сошла? Да нет, конечно, нет никаких комиссионных. Угу, говорит коллега, а мой муж сказал. Кладет трубку. В результате сделки нет, а коллега всем рассказывает, что вы зажали $500. Всего-то стоило $500 из 1000, которую там муж примерно описал, как, наверное, то, что вы на этой машине наварили. Хозяин автомобиля считает, что вообще вы поступили как полный идиот, потому что у него там уже был покупатель, он не продал, потому что вы товарищи и так далее. Это не означает, что не нужно делать добрые дела. Это просто означает, что есть определенные модели и определенные люди, с которыми в такие игры играть опасно. А это игры. То есть, чтобы вы правильно понимали, это вообще-то теория игр, очень распространенная в психологии на основании треугольника Карпмана, построенная НЛП. Ну так, для того, чтобы вы понимали. То есть человек принимает на себя какую-то роль, он понимает, например, что вы слабые и хотите все время быть героем, спасителем, он прикидывается жертвой, приходит к вам, хлопает ресницами и говорит: ты все можешь, помоги, пожалуйста, только ты, больше никто. Я вот, честно говоря, вообще не представляю, как ты это делаешь. Сейчас я покажу, говорит герой, смотри внимательно за руками. И совершает подвиг. И так происходит из раза в раз. Знакомо? Секундочку, говорит герой, сейчас я только переоденусь, мне тут где-то мой костюм Супермена. Правила выхода. Что делать, чтобы не попадать в треугольники? Еще раз, все это теория, конечно, для того, чтобы повзрослеть, нужно просто через это все пройти. Я на самом деле начала взрослеть, но вообще. Еще раз, треугольник Карпмана классический – это жертва, преследователь, спасатель. Если вы видите, как треугольник замкнулся и в это ходит по кругу, это означает, что ситуация правда сложная, это что, означает, что команда незрелая и что команду надо взрослеть, вот просто конкретно взрослеть. У меня есть один из любимых вопросов, вот такими буквами написаны, это вообще был большой курс в моем MBA, любимый мой курс, главный вопрос – зачем? По-украински – чтобы что? Ну, в смысле, на русском, но по-украински – чтобы что? Это мой любимый вопрос в отношении любых вещей, которые мы не можем решить или которые мы предлагаем. А давайте мы вот такое сделаем. Главный вопрос, чтобы что. Или еще вот, мне нужно решить вот эту задачу, а у меня не получается. А ты задачу решаешь, чтобы что. Что должно быть в результате? В чем проблема? Ну вот, где ты? Короче говоря, с осознанием любые изменения. И вот наша с вами дискуссия говорит о том, что не всегда есть осознание. Ну то есть на самом деле это такой прекрасный маркер. Когда нам кажется, что да, это же нормально, помогать людям, это же нормально и так далее и тому подобное, это говорит, что мы не ловим мышей, когда там, народ приходит и, впадая в прекрасное состояние жертвы, говорит: стань моим спасителем, спаси меня, пожалуйста. Отражать. Каждый раз, когда вы видите, что происходит, начинается игра в жертву, там, типичные слова: кажется, я не успеваю сдать, кажется, я немножечко выпадаю из дедлайна, а можно мне еще 2 дня, пожалуйста, у меня абсолютно объективные обстоятельства. Это вот моя классическая фраза, я говорю своим сотрудникам: тебе сейчас лет 10-11, ты там сейчас в каком возрасте, в пубертат уже вошел, нет? Ну, мы взрослые люди. Нет, конечно, нельзя, потому что вся команда от тебя зависит. Кто ты такой, чтобы ты подвел там большое количество людей? Что такого с тобой случилось? Ну, то есть... Вопросы свободы, да, они всегда сочетаются с словом ответственность. Еще раз, я говорю довольно жесткие конструкции, понятно, что это все может работать по-другому, но человек должен понимать, что он не один, что от него зависит большое количество людей, что его там просьба, а можно я чуть-чуть попозже, а лучше сделайте вы, это вообще-то просьба, которая нарушает там баланс в отношении других, ну и так далее, тормозит, ухудшает результат. Смотрите, человек должен понимать, что то, что он не может это сделать, это ненормально, ну то есть это не в порядке вещей. Вот это главное правило отражать.
То есть если ему дали все необходимые инструменты, а он не смог, потому что он недостаточно зрелый, взрослый и так далее, он должен об этом знать. Как? Вопрос к вам. Но вы лучше знаете своих людей. Каждый раз, когда вы даете возможность людям почувствовать себя защищенными в ситуации, когда неправы они, не дотягивают они, а вы закрепляете в них синдром выученной беспомощности. Им удобно. И это, к сожалению, касается и молодого поколения. Им удобно не брать на себя ответственность. Они знают, что да, у них есть все ресурсы, но если вы вдруг, если он вдруг не справится, вы его поддержите. И все. Это тоже можно. Да, но тогда вы должны понимать, что вы как лидер не будете расти. Вы будете заниматься прикрыванием поп вашего коллектива. Что иногда тоже комфортно. Все зависит от того, чего вам хочется. Планировать. Если вы понимаете, что у вас недостаточно взрослый... Все, я это сделала. Взрослый персонал. А вы должны обсуждать это с HR и растить людей. Как? Опять же, это вопросы к HR. Люди самостоятельно очень тяжело растут. То есть это большая задача лидера. Помогать им брать на себя ответственность и так далее. Еще раз, я, может быть, говорю банальные вещи. Ну, у меня есть такое ощущение, что я говорю банальные вещи. Но это на самом деле вообще не банальная история. То есть очень редко... Лидер говорит, смотрите, у меня есть хороший товарищ, он хорошо умеет делать вот это и вот это, но он, бляха, не хочет расти. А давайте мы посмотрим, что с ним можно сделать. А давайте помогите мне, научите меня, как его подтянуть. Вот то, о чем вы говорите, как его подтянуть. Поручайте своим людям только то, в чем они хороши. Не мучьте их. Потому что очень такая распространенная история, когда человек узкий специалист, вдруг его ставят на general management, у нас это очень часто происходит там, в каких-то сервисных бизнесах, типа гостиницы. У нас есть прекрасный повар, всем так нравится, все к нему ходят, он хозяин зала, вот прекрасный повар. И тут ему говорят, а давай-ка ты будешь отвечать вообще за весь блок питания, там у нас 4 ресторана, и вот ты станешь, и все разрушается. Он убит как повар, его, ну, он больше не стоит у плиты, и он очень плохой менеджер. Я каждый раз, когда наши товарищи великие это делают, а они это делают плюс-минус регулярно, я говорю, зачем вы спалите людей, зачем вы их сжигаете? Не пытайтесь. Но это кризис, то, что повышают до тех пор, пока они становятся не специалистом. В принципе, иди. Совершенно верно. Не понижают. Ну, каждый человек стремится к уровню своей некомпетентности. Да. Совершенно верно. Вы как лидер, ваша задача не допустить чтобы сжигания людей. Давайте людям только ту работу, которую они делают хорошо. Если медленно подходить, чтобы человек чему-то научился, а очень хорошо научился. Так это же прогресс, правильно. Ну, то есть мы говорим о том, что вот, например, сейчас он хорошо делает вот это. А потом мы там смотрим, что вот у него неплохо еще получается вот это, мы чуть-чуть расширяем. Мы точно знаем, что он не будет долбить письмами. Он интроверт, он не будет долбить письмами. И он не сможет вынимать, вот что там, базу. Как там это звучало? Что там должны были выгрузить? Он не сможет этого добиться, но зато он может развиваться там еще в 3 направлениях, бриллиант. Дайте ему возможность расти там, где он может. А действовать по принципу «практикуй, что проповедуешь». Если на уровне планирования в показатели труда введено проактивное поведение, значит, оно должно быть учтено при премировании. Я ненавижу КПЭ. И я пока не знаю ничего лучше, чем КПЭ. То есть, как? Да, ну, ключевые показатели эффективности по-русски. КПЭ. Key Performance Indicators, KPI или KPE. Я их ненавижу, и я не знаю ничего лучше. Я вам приведу пример. Например, я очень часто обсуждаю там, со своими коллегами в разных бизнесах, скажи, пожалуйста, где вот ровно тот момент, та цифра, что-то, что ты мониторишь каждый день, на что ты ориентируешься? Ну вот ты утром приходишь, открываешь что-то и смотришь куда-то. Вот где вот эта цифра, что ты смотришь? Так вот, я могу вам сказать две вещи. Первое, я могу вам сказать, что если у человека есть очень четкий фокус, и если человек на своем месте, то в 90% случаев, еще раз, если он на своем месте, у него есть 1-2 цифры, которые он для себя там определяет, даже если они не прописаны в КПЭ, и мониторит. Ну, если он engaged, да, то есть если он вовлечен. Если у человека неправильно поставлены КПИ, он не знает в каждый конкретный момент времени, где он находится с точки зрения прогресса. Это очень четкий индикатор. То есть если я подхожу и задаю вопрос, например, у медийщиков это охваты. Что такое охват? Это какое количество аудитории, на какой-то частоте, с каким сообщением мы охватили. Если человек на своем месте, он каждое утро, первое, что он делает, он заходит и смотрит, там есть абсолютно понятный инструмент для подсчета, какой охват сегодня утром. Если я звоню человеку и говорю, скажи, а что там у нас? И он не знает, скорее всего, он не на своем месте.
Это вот такие мягкие вещи, да, то есть, которые, как бы, допустим, если там PM не знает, на какой стадии готовности там его проект, да, ему сейчас нужно выяснить и так далее и тому подобное, скорее всего, либо неправильно поставлен КП, либо не он не на своем месте. Человек должен понимать, где он. Он должен понимать. Должен с точки зрения, ну, взрослости. Пример такой бытовой – это человек, который худеет. Вот он весит 100 килограмм, и он хочет весить 60 килограмм. Что он делает, если у него есть задача, и он упирается? Он делает, он каждое, неважно, что он делает, он каждое утро становится на весы. Он смотрит на прогресс, он хочет понимать, усилия дали результат, не дали результат. Если человек не хочет похудеть, он занимается спортом, чтобы быть сильным, он становится на весы. Все. То есть здесь примерно то же самое. Да? То есть если у него там главная мысль в голове – это мысль кроссфита, да, там машина, твое тело, будь сильным, он не будет контролировать свой вес. Вообще другие показатели. Хотя он делает ровно то же самое. Он ходит в спортзал и правильно питается. Важно понимать, что никто взрослеть просто так не собирается, не будет и будет сопротивляться. Поэтому приготовьтесь к сопротивлению, воспринимайте его как необходимую часть процесса. Без наблюдения результатов, обратной связи по ним, корректировки, повзрослеть невозможно. Это огромный, нуднейший кусок работы. Нуднейший, огромный. Говорить, ну что, чувак, в этом месяце уже получше. Смотри, из 30 имейлов тебе ответили на 6. Конградс! В прошлом месяце это было 2, прогресс. Плюс 300%. Давай, чувачок, соберись, в следующем месяце будет 10. Признавать ошибки. Мы говорили об ошибках, это одно из ключевых вообще, одна из ключевых историй. Слушайте, у меня есть огромная рассказка там, для моего коллектива по поводу ошибок. Это вообще отдельная гигантская тема. Но если коротко, признание ошибок, это мой тезис, переводит их из издержек в инвестиции. Ошибка непризнанная, это издержки. Признана это инвестиция. Как заставить человека признавать? Это огромный большой пласт. Если коротко, человек не должен бояться, с одной стороны. Ну, то есть, и это задача льда. Поэтому наказывать нужно не за признание, а за сокрытие ошибок. Ну, то есть, это самый простой инструмент. Бить, если не сказал. А если сказал, садиться и разбираться. Тоже пример. Это один из моих любимых. Я бы даже сказала, любимейших. Ну, вы же все знаете историю с машинами, которые находят у себя какие-то баги с автоконцернами и отзывают гигантские выпуски. Там отозвали 10 тысяч машин, 50 тысяч машин. А для чего они это делают? Они это делают для того, чтобы перевести их... Перевести совершенно... Из издержек в инвестиции. Как только... То есть это все равно, все тайное, рано или поздно, как говорил... Интересно, у кого есть дети? Знаете, кто это говорил, что все тайное рано или поздно становится явным? Конечно, Денискин рассказ, Драгунский. Совершенно верно. Дети. Нет? Из детства? Извините. Просто память хорошая. Это простое правило. Любое признание ошибок переводит их из издержек в инвестиции. Смотрите. Приведу вам пример. Приходит ко мне ребенок и говорит, тут такое дело, это история позавчерашнего дня. То есть это не выдуманная история. Тут такое дело, говорит мне мой ребенок. А? У меня еще есть третий ребенок. Тут просто вопрос задали, я его уже выкрою. Да, у меня есть третий ребенок, значит. Нет, наверное, вот этот не буду рассказывать, расскажу из детства. Мои дети, вот старшие двое, ходили к художнику. Звонит мне как-то художник и говорит, им было 4-5 лет. А он такой очень известный чувак, советский, ну такой, то есть он занимался там, соцреализмом и так далее. То есть он автор большого количества вот этих памятников, монументов. Очень, ну то есть я, честно говоря, более... как это даже правильно назвать? Ну, то есть человека, из которого так прет, вот ему там за 70, и из него вот эта позитивная энергия, любовь к жизни прет таким образом, что мы все в ней купаемся. Вот сколько у нас к нему в мастерскую не приходит, одарены все.
То есть человек, который так кайфует от жизни в каждый конкретный момент. И вот ему там за 70, он мне звонит и говорит, тут такое дело. У меня вчера были девочки, а мастерская находится в их, находилась в их школе, в которой они на тот момент учились. То есть это была его мастерская, но в помещении школы. Говорит, приходили девочки, значит, тогда, значит, им было не 4, 5, наверное, а 5-6, как раз первый класс. А начали заниматься они чуть раньше. И у меня пропало 50 гривен. Я говорю, вы уверены? Он говорит, да. Значит, я беру своих детей по отдельности. Значит, ну, я буквально через 15 минут я уже знала, кто это сделал, потому что вот эта вот, значит, прекрасная, кудрявая, голубоглазая сама говорила, что случилось, что случилось? Интерес был такой живой, что сразу было понятно, что это не она. Значит, и мое среднее дитя с партизанским лицом говорит, я не брала. Я говорю, окей. Понимаешь, какая штука, говорю, часа через три. Я тут поговорила с Юрием Ивановичем, он сказал, что у него камера есть. Он не хочет смотреть. А у нас с тобой есть возможность, ну, если это сделала вдруг ты, вдруг случайно сделала ты, вернуть. Потому что если там в ближайшее время не найдутся, то, наверное, придется смотреть камеру. И она говорит, понимаешь, какая штука, может, я случайно. Как-то там были какие-то обстоятельства. Я ей говорю, смотри. Если ты сейчас придешь и скажешь сама, ты сохранишь самое ценное, что есть между вами, доверие. Если нет, то все равно станет известным. Но доверие будет безвозвратно потеряно. Ты не бойся, я рядом, вот я тебя возьму за руку. Мы скажем, что это случилось случайно, там, ты не помнишь, как это произошло. Там, мы постараемся найти такие максимальные формулировки, мягкие, но мы скажем совершенно точно, что у тебя не было желания сделать Юрию Ивановичу плохо. Для нее это была фантастическая инвестиция. То есть если бы она не призналась, это было бы страшное покарание. Потому что все равно было, ну, было понятно, кто это сделал. Если бы, ну, она признала, для нее это инвестиция. На самом деле с людьми примерно так же. Им нужно просто показать. А почему нам комфортно наказывать за ошибки? Как думаете? Нам комфортно наказывать. Комфортно же сказать. Нам комфортно наказывать за ошибки, потому что мы, ну, на самом деле, да. Мы не разделяем ответственность. Совершенно верно. Мы не хотим взять на себя часть ответственности, и, ну, как бы мы не хотим, это, знаете, как дурная болезнь. Вот, там, туберкулез, о нем не принято говорить, дурная болезнь, нельзя. Вот это примерно то же самое. Мы не хотим говорить о сложном. Мы можем прекрасно с людьми целоваться, обниматься, все такие няшные, очень любить. Но когда нужно, ну, переходить к каким-то взрослым конструкциям, мы делаем вид, что этого не происходит. То есть это страхи. То есть наша жесткая реакция на наказание за ошибки – это наши страхи. А нам кажется, что если мы напугаем человека, ну, то есть если мы его испугаем, то в следующий раз он этого делать не будет. Ну, это, вот, опять же, результат там, ну, совка, там, длинного периода несвободы. Как и ситуация с компромиссом. Ну, мой рецепт очень простой. Я пытаюсь человеку объяснить вот это простое правило. Я говорю, смотри, я не верю в то, что если я тебя сильно накажу, ты в следующий раз этого не сделаешь. Ты просто будешь прятать лучше. Это правда. Люди вообще... Нет. Я говорю, давай вот мы сейчас эту ситуацию разберем, и мы с тобой договоримся. Каждый раз, когда у тебя будет ошибка, первое, что ты будешь делать, ты будешь приходить с информацией об ошибке и с тем, как ты ее собираешься решать. Другого я не знаю. Но я могу вам сказать, что ошибки – это самые большие уроки, которые, ну, команда может выучить. Если команда не научится разбирать ошибки и учиться на них, она потеряет огромное количество возможностей. На самом деле проводились опыты на собаках. Грубо говоря, ситуация такая. Были собаки, которые находились в боксе, которых, когда они наступали на платформу, бил ток. Были собаки, которых сначала бил, а потом не бил. И были собаки, которых ток не бил. Их потом запускали в один и тот же вольер. И все эти собаки вели себя очень по-разному. Самое ужасное, что они так себя вели по-разному и через год. А те, кто выучили беспомощность, не наступали на платформу даже через год. То есть псы, которых регулярно на протяжении какого-то периода ток бил при наступлении на платформу, туда просто больше не заходили. Каждый раз, когда вы наказываете за ошибки, если это система, можете быть уверены, вы никогда о них не будете знать, вы просто за них будете платить. Когда человек знает, что вне зависимости от того, как, в какой ситуации он находится, он не может на нее повлиять, он не пытается влиять. Ситуация меняется, он уже может повлиять, а он не пытается влиять. Он может решить эту задачу, потому что поменялись обстоятельства, а его уже приучили на обстоятельства не влиять.
И еще раз говорю, каждый раз, когда вы делаете панишмент, когда вы наказываете человека за, ну, за ошибку, то есть вы ее выявили, а не пытаетесь промотивировать его в следующий раз не скрывать, а они будут прятать все лучше и лучше, а вы будете платить все больше и больше. Помните, у нас была такая советская присказка, что незаменимых людей нет. Как это не парадоксально звучит, но на самом деле это хорошо, что незаменимых людей нет. Это правда хорошо. Это должно мотивировать вас, это должно мотивировать вашу команду. Что касается меня, давайте, вот вы спросили, как найти свои точки, я вам расскажу о своих проблемах, наверное, да, с которыми я работала. Моя самая главная, ну, там, зона, с которой я достаточно долго работала и с которой, с моей точки зрения, там, мне нужно продолжать работать сейчас, я могу ошибаться, это то, что мне всегда проще сделать самой, потому что я это сделаю быстрее, я очень быстрый человек. Я точно знаю, что я это сделаю быстрее, лучше, эффективнее, там, ну, чем 99% людей, которые вокруг. Я все время впадаю в роль спасителя. Причем иногда я впадаю там, где меня даже не просят. Ну, просто потому что так проще. Это просто огромная внутренняя дисциплина не делать этого. И как только я перестала делать это, люди вокруг меня стали расти. Пока я это делала, это был абсолютный кромешный ад. Самые сильные убегали от меня, самые слабые ломались, а середнячки приспосабливались. Ну, то есть на самом деле существует такая концепция A-players, то есть, наверное, вы знаете. Вот это, собственно говоря, об этом. Я могу вам дать список литературы почитать, но если коротко, то A-players – это люди, которых не нужно мотивировать. То есть идеальная команда – это команда, состоящая из людей, которых руководитель не должен мотивировать. A-players – это люди, у которых нет синдрома выученной беспомощности. Это люди, которые обычно там вордятся процентов на 30, 40, 50 выше среднего. Потому что они понимают, что нужно, они задают вопросы на понимание, они уходят, приходят с готовыми решениями в срок. И они создают стоимость. Да? То есть A-players. Это откуда? Да, совершенно, да. Я вам дам список литературы. Ну, то есть есть книга, которая называется Exponential Organization. Ну, короче говоря, есть там целая большая концепция, которая говорит о том, что есть C-players, это люди, которые плохо перформят, они совпадают по ценностям. Есть B-players, это люди, которые совпадают по ценностям, ну, перформят там так себе. Есть B-plus-players, точнее, да. Нет, B-players – это которые не совпадают по ценностям, да, ну хорошо, там плюс-минус нормально перформят. Есть B-plus-players – это которые перформят средненько, но зато с точки зрения потенциала они очень хороши. Есть A-players. A-players – это люди, которые не нуждаются в мотивации, которые, ну, то есть, которые self-motivated. Я, наверное, сейчас скажу крамольную с точки зрения HR вещь, но вообще-то правильные люди – это люди, которых не нужно мотивировать. Не нужно. А те люди, которых нужно... Со временем, да. А на входе нет. То есть, когда человека не прет, когда его нужно загонять в рамку, подталкивать, контроли и все остальное, либо он не на своем месте, ну, вы знаете, да, то есть, есть концепция right seats, right people, right tasks. Ну, вот, концепция из трех вещей. То есть, человек должен... Правильное место, правильный человек, правильные задачи. Задача лидера – найти правильные места, на правильные места правильных людей и поставить правильные задачи. Если это A-player, этого достаточно. А плохой лидер может ошибиться в каждом из трех мест. Он может неправильно определить функционал, он может неправильно выбрать человека. И самое страшное – он может взять хорошего человека в правильное место и вообще неправильно поставить задачу. Или не поставить задачу. Это моя любимая. Давай, чувачок, разбирайся. А вот. Товарищ себе формулирует задачу, как он ее принимает, приходит с решением, говорит, ты что, дебил? Вообще другое надо было делать. Он говорит, ну как же это? Вот. Поэтому, ну то есть это там отдельный длинный разговор, но еще раз, да, с точки зрения человеческого капитала, вообще все организации делятся, по сути, на две части. Это организация, ориентированная на процессы, и организация, ориентированная на людей. Это две крайности. Хорошая организация – это правильный микс. Организация на процессы, которая считает, что все люди – это ресурс. Вот тут самое главное – правильно поставить бюджетирование, планирование, контроль, систему мотивации, и все будет работать. Есть организации, которые ориентируются на людей, наймем правильных людей, и все будет работать. На самом деле
это работает исключительно как комбинация этих двух вещей. И вот она звучит так. Right seats, right people, right tasks. А если что-то не работает, скорее всего, где-то вот в этих вещах сбой. А еще такой очень важный момент. Все это, конечно, хорошо, но для всяко-разных стартапов и вот этого бурления энергии и так далее и тому подобное, да, иногда это вообще иррелевантно. Почему? Потому что там не нужны системные решения, да, то есть там нужен взрыв, big bomb. И в таких ситуациях, когда в результате там, ну, каких-то усилий рождается сверхновая звезда, условно, да. Извините, пожалуйста. Ну, я продолжаю. Вы нам приносите мусор. А здесь это все вообще совершенно неверно, потому что, ну, точнее, не работает, потому что речь идет о, ну, мэджике неком и чуде, да. Но если мы говорим о работе, да, то есть если мы говорим о том, что мы не волшебники, а мы, ну, работу работаем, да, мы хорошо знаем, что мы делаем, то, конечно, вот эта триада right seats, right people, right tasks, это то, что вам нужно выучить. И чем нужно пользоваться. Хорошо, я надеюсь, хотя бы как-то это было интересно. Да? Спасибо большое.